Социальный так уж. Честно говоря, ты начал читать вчера вечером и просто офигел. Да? Нет, я читал статью, но не понравились, честно говоря, там понятия, как алгебра ли дадут, некоторые понятия, некоторые результаты, но все результаты, этот, как говорится, прямо вычислением получается, но вычисление тоже не так уж хорошо, не так уж просто. Ну, я не стал сделать презентацию, честно говоря, то именно это, ну, время жалко было для того, чтобы сделать презентацию. Ну, давайте начнем это, да? Сразу открываем статью, что там написано. Значит, название вот такое, ну, на русском как переводить, не знаю, но лучше на английском The Algebra Theory for Transposed Poisson Algebras, The Algebra and Antipilly Poisson Algebras. Ну, как мы планировали, два раза, да, докладывать этот, изучить эту статью, поэтому вот последний час, который Antipilly The Algebras, это третий секция, поэтому я ее еще не изучал. Первый это биалгебра теории и антипри биалгебра, как-то могу рассказать сегодня. Ну, сначала introduction, я немножко повторю, да, здесь есть определение транспорт Пуассон, который мы уже знаем, и пример, который тоже мы знаем. Если у нас есть коммутативная ассоциативная алгебра с дифференцированием, тогда вот, если рассмотрим вот такое умножение, получаем транспорт Пуассон алгебра. Это все нам известные вещи. И дальше, раньше мы говорили, что такое коммутатив 2К сигла для алгебры Ли. И еще раз буду упомянуть. Значит, билинейная форма B, в алгебре Ли G называется коммутативным 2К циклом, если вот выполняется вот эта история. Ну, это легко можно вспомнить, то, что это как-то похоже на то же с Якоби, только с этот, который применял B. B, X, Y, Z, B, Y, Z, Y, B, Z, Y, потом Y равно нулю для любого X, Y, Z. Слушай, а значение B где? Значение B это есть алгебра, то есть B это отображение из G, G в G. Mm-hmm. То есть фактически задали новое умножение на том же векторном пространстве. Да, можно так сказать, да. И эти два умножения согласованы таким образом. Да. Mm-hmm. Ну, потом да, здесь было предложение, если вот А у нас с точкой коммутативно-ассоциативная алгебра, и П это дифференцирование. А, если инвариантные еще мы не определили, вот если у нас есть транспоз Пуассон алгебра А, то есть коммутативным ассоциативным умножением и ливийским умножением, скобка, то B называется инвариантным относительно и коммутативного ассоциативного умножения, и вот это алгебра Ли, если выполняется соответственно вот первый и второй условия. То есть если первый выполняется, это инвариант относительно коммутативного ассоциативного, а если второй выполняется, это есть инвариантно относительно, ну, можно сказать, относительно алгебры Ли.
Ну, то есть тут не важно, что она транспозит Пуассон, может быть, Новиков Пуассон. Можно для любого, да. Можно для любого. Даже не важно, что эти два умножения связаны между собой. Да, то да, это не важно, да. И вот теперь берет коммутативно-ассоциативная алгебра и берет дифференцирование P. Ну, если B симметрически инвариантной билинейной формы в этой ассоциативной коммутативной алгебре, тогда B является коммутативным 2К-циклом на алгебре Витта, вот которая определена в предыдущем примере. То есть вот таким образом. Если мы определим вот такое умножение, мы же знаем, что это транспорт Пуассон алгебра. Значит, она является коммутативным токасиком. То есть вполне соответствует это условие. Теперь все такое антиприли алгебра, тоже мы дали определение. Я даже вот, вот это умножение в другом виде тоже написал. И это сделал это сравнение с обычным прили алгебра. Ну, короче говоря, антиприли алгебра это просто векторное пространство с одним билинейным умножением, которые выполняются следующие два условия. Первый, то есть x, y, z минус y, x, z равно. Если вот это открыть, y, x, вот таким образом, то есть y, x минус x, y, тогда здесь тоже у нас получается два слагаемых. Это как раз таки у нас прили алгебра левосимметричная. То есть два ассоциатора равны. А здесь как раз таки два антиассоциатора равны. И причем выполняется вот это условие. Это тоже, если мы вместо x, y и y, z и z, y сопоставим вот это выражение, то что она есть коммутатор, то получается два якобиан, которые равны. То есть якобиан x, y, z равно якобиан y, x, z у нас получается. Если выполняются вот эти два условия, мы данные алгебры называем антиприли-алгебра. Ну, интересный факт, что если мы в антиприли-алгебре рассмотрим коммутатор, тогда получаем алгебру Ли. То есть относительно коммутатора она тоже является алгеброй Ли, то есть это есть Ли admissible алгебра. Ну, они как-то вот используют вот такой термин, то есть тогда вот этот алгебра называется subadjacent Ли алгебра относительно антиприли алгебра и просто обозначает через GA. А и наоборот, вот это антиприли алгебра называется compatible антиприли алгебра для алгебра Ли GA. Не знаю, они такой термин раньше использовались или нет для ассоциативных или для прили алгебра. Они для антиприли алгебра используют эту тему. Ну, дальше вот такая теорема была у нас в предыдущем этом статье тоже мы говорили об этом. То есть, если у нас невыделенный коммутативный 2К-цикл на алгебре G, то есть данного невыделенный коммутативный 2К-цикл на алгебре G, это B, тогда мы зададим умножение кружочек
с помощью умножения в алгебре Ли и с помощью B вот следующим образом. То есть B, X, кружочек, Y, Z, это есть B, Y, X, Z. И наш векторное пространство G относительно кружочек является антиприлягом. Ну, в прошлый раз мы говорили, это умножение правильно определено, то есть кружочек с помощью B, с помощью обычного умножения в алгебре Ли определяется это правильно, и она действительно является антиприлягом алгебры, то есть удовлетворяет условия антиприлягом алгебры. Ну, дальше антиприли Пойсон алгебрас и антиприли Пойсон биалгебрас. Ну, как-то здесь написано антиприли алгебрас и антиприли Пойсон алгебрас. Да, биалгебрас, но только дали определение антиприли Пойсон алгебрас. Я не знаю, вот здесь написано, как-то можно получить биалгебру и так далее. Я потом дам, что такое биалгебра. Здесь я только остановлюсь с определением антиприли Пойсон алгебры. Значит, как мы уже знаем, что алгебра Пойсоновых типов, здесь тоже есть два умножения. То есть в антиприли Пойсон алгебры есть два умножения. Первый, который является коммутативный ассоциативный, а второй, который является антиприли алгебра, и они вот связаны с этими тождествами. То есть точка и кружочек связаны вот с этими тождествами 9 и 10. Если выполняются вот эти условия, тогда алгебра с этим двум линейным умножением называется антиприли Пойсон алгебра. Вот, если алгебра относительно кружочка является алгеброй, обычной алгеброй Ли, то это вот уравнение 9 и 10 дает вот совместное тождество алгебры Пуассона. Если кружочек просто алгебра Ли, да? Да. Если кружочек просто алгебра Ли, 9 и 10, ты имеешь в виду, превращается Ли на обычные? Обычные, да. Для просто нет, наверное, нет. Я думаю, если вот здесь вот стоит, тогда вот как-то превращается транспоз, да, да. Сейчас 2x, y, z. Это десятый как-то похоже. Девятый не знаю. Десятый и 2x, y, z. Нет, здесь сейчас. Ну да, как-то похоже, да. Ну, надо проверить. Это похоже. Так вот же у тебя написано explicitly for an anti-pre-Li Poisson algebra с этим коммутатором это будет transposed Poisson algebra. Ну, это не просто сама. Это если коммутатор берем, тогда будет transposed Poisson. Ну, да. А он говорит, если сама является... Ну, так это же... частый случай его вопроса. Наоборот, то есть его вопрос в частный случай этого. То есть у тебя, когда алгебра Ли допустимая, да, да. Она у тебя в частном случае может быть Лиевой. То есть когда ты от Лиевой алгебры берешь коммутатор, у тебя умножение просто не меняется. Ну да. Значит, она есть, она и будет транспозд Пойсона.
Тут два тождества, да, но складывая их, получаешь тождество транспозит платформ. Да. То есть конкретно десятое тождество, оно не дает транспозит платформ. Из этих двух можно получить тождество для транспозит платформ, да? Ну, получается так. Да. Ну, дальше вот здесь, что будет изучено в данной статье, давайте конкретно, да? Ну, то есть ты пока вот это введение рассказывал, это краткое содержание предыдущей статьи. Это да, вот типа того, да. Типа того. Ну, теперь уже вот... Сначала вот что такое представление для алгебры Ли задается, потом аналогично определяется этот representation, то есть представление для антипри Ли алгебры. Ну пусть у нас Ж алгебра Ли в какой-нибудь векторное пространство. А что такое представление? Мы знаем, что представление это есть гомоморфизм из алгебры G в GLV. GLV это есть, тоже является алгеброй Ли относительно коммутатора. То есть рассмотрим все возможные линейные пространства из в относительно коммутатора является алгеброй Ли. А представление это есть ливийский гомоморфизм между этими двумя алгебрами. В частности, если мы рассмотрим оператор правого умножения, то есть который обозначен через ад, ну, знаем, что вот так определяется ад x, y, это x, y для любой x, y, z. Ну, тогда она есть представление. Ну, такое представление мы знаем, что называется adjoint. Это соображенный, да? Присоединенный. Присоединенный. А присоединенным представлением. И вот, если у нас есть представление, то тогда мы на векторное пространство G плюс V можем определить новое умножение вот таким образом. Вот таким образом. Который является, который дает структуру алгебры Ли для векторного пространства G плюс V. То есть это X плюс Y, Y плюс, X плюс U, Y плюс V. То есть просто X, Y, это есть умножение в алгебры Ли. Потом y x v минус y u. То есть вот эта часть, понятно, лежит в g, а вот эта часть, понятно, лежит в v. И вот аналогично определяется представление для антипри Ли алгебры. Но здесь определяется два отображения. Не один, как для в алгебре Ли. Две отображения, L0 и R0, из алгебра А на пространстве эндоморфизма В. Если эти две отображения удовлетворяют вот эти три условия, 12, 13, 14, тогда вот эта тройка L, R и V называется представлением в антипри Ли алгебры А кружочек. Ну, можно сказать, это для алгебры Лейбница то же самое, для с двумя этими определяется. Представление с двумя
типа L и R с двумя отображениями определяется для алгебры Лемса также. И для антропологии алгебры, то есть сами вот определяются двум отображениям. И вот отображение надо удовлетворять эти условия. Ну вот смотри, непонятно, было два тожества, да, в антипрели алгебре. А тут получилось три. Почему из двух получается три? Даже из один получается три в случае алгебры Лемса. Это зависит от в какое место стоит x, y и вот этот... Ну, умножение. Говоришь, что из одного получается 3, а тут из двух получается 3. Если из одного 3, значит 6 тут должно. Может, сейчас, может, некоторые... Сейчас, здесь сколько элементов? Ну, здесь тоже 3, да? Если как модуль рассмотреть, нет, вот вместо x, вместо y, вместо z, разных местах можно... А, это, нет, да, вот это. X, y. Так. Если просто тупо взять, как левый модуль, правый модуль, то есть вместо x сопоставим элементы u, или вместо Y, вместо Z, получается здесь 3, 3, да 6, получается на самом деле. Ну, не знаю, может они этот совпадают и получается 3 тоже у нас. Ну да, первое тожество, оно симметрично по двум элементам. А третье тожество, оно симметрично по трем элементам. Третий симметричный по трем. Ты имеешь в виду x, y, z. Симметричный, да? Да. Поэтому отсюда... У тебя два получается, из последнего одно. А, из вот этого получаем два тожества, из вот этого одно, да? Да, открой, посмотри. Вот. Нет, другое. Да, вот этого, да, имеешь в виду? Да, да. Да. Вот первые два это ассоциаторы, антиассоциаторы равные. Антиассоциаторы, да. А это типа аналог то, что... Из две Якобяна. Якобяна, ну. Ну, здесь тоже этот задается пример, как оператор левого умножения, оператор правого умножения, если рассмотрим большой L0 и большой R0. То есть, ну, понятно, что L0, X, Y, это X, Y. А если наоборот, получается Y. Здесь для того, чтобы написать в одном, здесь написано L0, X, Y, а здесь R0, Y, X. На самом деле можно было определить R0, X, Y, это есть просто Y, X. Тогда вот эта тройка является представлением в антиприле алгебра А. Кружочек, который называется здесь то есть сами присоединенным представлением в антиприле алгебра А кружочек. Вот теперь то же самое попытался определить структура антиприле алгебры в пространстве А плюс В. То есть курс А у нас антиприле алгебра, и же это алгебра Ли, которая получена с помощью антиприле алгебры. Взял коммутатор. И вот берем векторное пространство B, V и рассмотрим две отображения R0 и R0 из A в N-матрицу V.
Тогда вот эта тройка N0, R0 и V является представлением в антиприле алгебры R-кружочек. Тогда и только тогда, когда вот это векторное пространство определяет антиприле алгебры относительно вот такого умножения. То есть x плюс u и y плюс v умножается как x, y, потом n0 x, v плюс r0 y, u. Ну, как в случае алгебры Ли, определяется умножение в пространство а плюс в, и говорят, что если это представление тогда, она и дадут структуру антиприле алгебры и наоборот. А более того, какой связь между алгебрами Ли же А? Потому что если мы в антиприле алгебры берем коммутатор, получаем алгебра Ли же. Вот второй. Если вот N0, R0, V является представлением в антиприле алгебры А кружочек, тогда минус N0, V является представлением в алгебре Ли же А. Ну, в частности, минус L, большой L0 также является представлением в же А. И вот второй, если мы берем N0 минус R0, она также является представлением в алгебре Ли же А. Ну, то есть из этих тоже можно как-то получить то, что если мы берем N0 и R0, тогда вот она и есть представление в алгебре Ли, которое получим с помощью коммутатора из антиприле алгебры А. Наверное, здесь понятно, да? Ну, давай кого-нибудь спросим, кому понятно. Вот, например, Кубилжон, что понятно? Кубилжон? Да. Ну, вот понятно, нет? Да, понятно. А что понятно? Ну, здесь просто определяется представление для антиприле алгебры. И какой связь? Да, это доказаться тоже не трудно. Ну, все. Статья имеет вот такого характера, Иван. Я, честно говоря, не очень интересно. Похоже на предыдущую статью, да? Про антиприле. Похоже на предыдущую статью. Да, похоже на предыдущую. Все вот такие вот представления определили для этого, да? Для антипри. И какой связь с предыдущим алгеброй? И какой-то предложение, которое есть для алгебры Ли, доказывается для антиприле алгебры. Все вот такие, короче. Дальше вот будет определено этот биалгебра для... Сначала будет дать общий биалгебра для алгебры Ли, потом то же самое для антиприле. Все это имеет вот такой характер. Я не думаю, что...
Основной месседж какой? Основной месседж понять это определение биалгебры, потому что я вот предполагаю, никто определение биалгебры даже не видел в своей жизни. Ну, давай тогда на биалгебру беремся. Ну, давай по постепенно. Это есть примечательное? Или только примечательно, вот, например, мечт пар они определили. Тоже вот как-то странные записи, вот такие, да? Ну да, то есть вот в чем суть мечт пар, да? Мечт-пар типа, для определения биалгебры не надо. Потом вот для алгебры, когда они определяют биалгебру, потом дадут это предложение или теорема, вот это является мечт-паром, тогда только тогда, если вот выполняется вот это условие. Вот такие вещи они доказывают. Поэтому да. Сейчас для того, чтобы определить мечт-пар, нам не надо. Не-не, давай про мечт-пар. Вот, в чем суть мечт-пар? То есть у тебя две есть антиприлия алгебры, и ты на их сумме задаешь структуру новой антиприлии алгебры, да? Да, вот. Давай это определим. Вот пусть у нас есть две антиприлии алгебры, да? И причем есть две представления для алгебра Б и для алгебра А. Ну, как-то здесь А, А, Б, 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 А, наверное, неправильное обозначение, наверное. Здесь должно быть А, здесь должно быть Б, наверное. То есть для А и для Б определено представление. И ЖА и ЖБ как раз таки соответствующие алгебры ли. Для алгебра А и алгебра Б соответственно. Если вот выполняются вот эти условия, вот, вот такие странные вещи, тогда вот этот множество, которое множество двух алгебр с представлениями L, R, L, A, R, A, L, B, R, B, называется мечт пар. А зачем нужно это мечт пар? Ну, я же говорю, сейчас не будем воспользоваться, потом это когда дадим определение биалгебры, потом будет этот связь, свойство какое-то, свойство биалгебры идет. Нет, вот это определение оно нужно для теоремы 2.6 как раз. А, здесь когда это, да, для того, чтобы из двух антиприли алгебры получить опять антиприли алгебры, для этого это, да. Само то вот есть... это определение 2.5, оно получилось из теоремы 2.6 на самом деле. Потому что мы взяли две антиприли алгебры, взяли их сумму и нашли те условия, для которых эта сумма будет давать новую антиприли алгебру. И получились условия как раз для definition 2.5. Ну, а здесь тоже есть, да. Ну, ты имеешь в виду для биалгебры, зачем нужна, ты же говорил, поэтому я говорю этот. Там если будет какое-то свойство. Здесь да, если вот у нас есть две конкретные антиприли алгебры, для того, чтобы определить в их суммы структура антиприли алгебры, это мечт пар нужна. То есть с помощью вот таких выражений мы определим антиприли алгебры тогда и только тогда, когда вот этот выражение является мечт-паром в антиприли алгебры. То есть можно сказать, что вот это есть структура антиприли алгебры тогда только тогда, когда выполняется вот эту историю. Да? Да, вот то есть если вспомнить доклад Карла, который 2 недели назад был, да, у него алгебра ли раскладывалась сумму двух подалгебр. Да? Вот, а здесь как бы наоборот, ты берешь две алгебры,
и конструируешь новую алгебру, у которой исходные алгебры под алгебры. Да. Так вот, если у тебя есть две алгебры, то как сконструировать новую алгебру? Самый простейший путь – это прямая сумма, да? Mm-hmm. Вот. Когда умножение нулевое одной алгебры на другую. А здесь более общая конструкция дается, когда умножение вот алгебры А на алгебру Б, оно не нулевое. Mm-hmm. Это с помощью представления дается. То есть, смотри, вот если ты возьмешь вот эту, в 23-й формуле элементы из алгебры А и элементы из алгебры Б, да, mm-hmm. то как это будет умножаться? То есть x умножаем на b. Mm. То есть останется только вот эта середина. Правое представление на b, да, и потом левое представление на x. Mm. То есть вот это вот r кружочек b большое от b маленького. Это что? Это эндоморфизм на алгебре А. А, значит, вот это правильно было, да. Вот это правильно было, значит. Здесь как раз таки Б, значит. Да. Да. Здесь как раз таки А, это правильно, да. Потому что L0B это А, это есть отображение из А в А. Да. А это наоборот. Тогда я не совсем понимаю. Вот в формуле 17, например, там же написано L кружочек А от Y умноженное на А. А Y, он у нас из А. Как L кружочек А может действовать на Y тогда? Да, вот здесь. Да. L кружочек А от Y. А Y и XY у нас из А. L кружочек А, А как раз таки является отображением из ВВБ. Вот из этого, из ВВБ. Но Y ты из А? Да, Y из А. Поэтому вот здесь в индексе А. А, то есть целиком вот эта вся штука является. Да, то есть L кружочек это отображает А на эндоморфизм Б. Ага, все, поняла. То есть вот когда мы вот для алгебры Ли определили из А в эндоморфизм В вложили, то же самое из А на эндоморфизм Б. А там наоборот, когда вот в индексе Б из Б в эндоморфизм А отображается. Хитро вывернутая, конечно, штука, но прикольно. Да. Прикольно. Да. Ну, то есть понятно, что такую штуку можно определить для любого многообразия алгебры. Да. Ну да, учитывая, что вы объяснили, откуда берутся эти страшные соотношения, что это скорее следствие того, почему теорема работает. Ну типа, в каком случае теорема работает. А не наоборот, как в статье написано сначала определение, потом теорема, что о, как удобно. Ну, да. В общем, да, понятно, как это сделать. И некоторые люди так вот пишут статьи, дескать, зафигачим матчит пар для какой-то там дикой алгебры. Написали кучу таких ебанутых условий, и бах, статья. Ну, пусть вот таким образом определяют умножение, потом поставят на тождество, которое у них есть. И получается, какое равенство? Вот, вот это равенство как раз-таки дадут определение для матч-пара. Да, верно. То есть выглядит страшно, а сути нет. Ну да, выглядит внушительно. В общем, да, тут основной месседж – это понять, что такое матч-пар. Matched пар – это вот способ, как мы из двух алгебр получаем новую третью алгебру, построенную на сумме их. Но при этом положим многообразие алгебры. Mm.
То есть используются вот эти вот представления, доморфизмы, но формула вот эта 23, она всегда такая же. Вне зависимости от многообразия. А вот формулы 17 и 22, они уже зависят от многообразия, в котором рассматривается. Вот. Ну, выглядит внушительно. Так, ну, давайте кое-нибудь проверим. Вот Жубир, например. Жубир. Что-то занят. Вот матчет пар для алгебры Лейбница можешь построить? Да, можно. А как? Там тоже там берется вот, два типа алгебры Лейбница. Берется их представление, и там просто, по-моему, там рассматривают новые алгебры, которые прямо, не прямой суммы, просто сумма их. И виды 23 умножения. И, по-моему, там поставляют тождество Лейбница, оттуда могут быть вечно выходит это соотношение, которое из, с 22. Ну вот почти новую статью написал за 5 минут. Тогда попробую. Так, ну давай поехали дальше. Я думаю, это все это хвост, который они сначала поставляют на какой-то вот это тождество антпри. Для алгебры это умножение, которое 20, вида 23. А потом выходит оттуда какое-то условие, потом они принимали как будто определение, это соотношение. Да, именно, да. Так? Потом сначала вот проверяют, вот это является ли антипилляр, потом получают вот это равенство, да. Это есть определение. Для алгебры Лейбница то же самое. Для алгебры Лейбница то же самое. А там какие-нибудь, кстати, примеры разобраны, кроме, ну, то есть, для каких-то, да. Вот Иван предложил для алгебры Лейбница построить, там вот эти, пары построены для каких-нибудь примеров, или просто вот сейчас мы определение получили, теорему доказали, и все, движемся дальше. Есть в этой статье примеры того, как это работает? Потому что Жабир тут собрался статью писать, может, там уже в этой статье это есть? Просто интересно. Есть там какие-то примеры на это? Как-то не слышно было, Ксения. Или у меня интернет плохой? Мне тоже не слышно. Меня не очень слышно. Это странно, что меня не очень слышно. Так лучше сейчас вот? Нет? Раз-раз? Ну, как-то... Не очень. А так? Не очень, да. А так? Ну ладно, забейте тогда, не важно. Не такой важный вопрос. Ну, здесь Manning triple есть. Не знаю, это тоже как важно. Конечно, важно. Давай это определим, да. Да, что такое Manning недавно умер, да? Ну ладно, давайте определим, что такое Manning. Manning product. У меня моя доклад тоже было такое умножение. Manning product, да? Майол product у меня была. Product Майола. Произведение Майола. Майол был, да. Не Manning. Ну давайте, что такое Manning triple, понимаем? Ну плюс у нас же алгебра Ли, да? И вот в пространстве звездочка, допустим, тоже была определена структура алгебры Ли. Но звездочка это есть дуальное пространство на G. Дуальное это есть типа множество индоморфизмов, да? Иван?
Ну, кто знает, что такое дуальное. Давай спросим, кто читал статью-то. Вот Андрей читал статью, что такое дуальное пространство? Андрей. Я так понял, множество это отображение или множество эндоморфизмов. Ну, что-то Андрей не знает. Множество линейных отображений. Да, множество линейных отображений. Множество линейных отображений. Да. Отображения. И вот предположим, что в прямая сумма ж звездочка также определено умножение вот таким образом. И вот определим БД. В. Это есть билинейная форма, которая определяется в алгебре Ж-звездочка. То есть берем два элемента из этих множеств, то есть x плюс А звездочка, y плюс B звездочка. И сопоставим его данные множества А, Б звездочка, А, Х, Б звездочка, плюс А звездочка, Y. Ну вот эта часть не очень понятна, это что? Мне кажется, это есть Б звездочка, это есть отображение же. Я думаю, что это есть, вот эта Б звездочка влияет на X. И то же самое, А звездочка влияет на Y. Но почему здесь x слева, y справа, это, честно говоря, я не понял. Ну, по-моему, это... Строится. Да, одна из будет, по-моему, первая будет отображение, а вторая будет значение из пространства А. Поэтому мы получим все значения G плюс G звездочки. Первый что у нас? Первый, по-моему, отображение будет. Как построить это отображение? Ну, это первый из пространства G звездочки. Если мы, агар Y канадр Z тасыр етерсек, уже X, B, Z бөледіған элемент шығады. Oddiy ko'paytmadagi g dagi ko'paytma bo'lib qoladi. Это не скалярное произведение. Да, это не скалярное. Уже объекты разные. То есть, да. Просто вот когда рассматривается форма, да, вот какой-то форма. Обычно эта форма отображает на поле, то есть эта форма, значение форма берется из поля, правильно? Из поля, да, я имею в виду? Не знаю. Да. Поэтому вот эта статья не написана, вот значение этой линейной формы берется откуда? Вот Иван тоже задавал вопрос вот начало доклада, где берется это значение. Здесь нету. Я проверял. Сейчас. Вот здесь как-то была, да, вот здесь тоже была, вот такой. В такой форме. Is the usual pairing between V and V star. Что значит usual pairing? Я не думаю, что это математический термин. Мне кажется, они просто говорят. А, ну, обычный. Ну да, что типа стандартный. Что мы понимаем, когда обычный? Ну, действие, наверное. Да. Действие элементами из V-звездочка на V. Наверное. Только непонятно, почему оно антикоммутативное.
Как-то стрёмно. Нет, тогда я чушь сказала, нет. Вот, например, здесь, да? В звёздочке это из большой в звёздочке, да? А ро это отображает Анна в звёздочке, да? Значит, ро, звёздочка, икс, это есть эндоморфизм. Значит, да. Звездочка икс отображает звездочка на звездочка. Значит, вот это есть элемент из звездочка. То есть какой-то элемент. Значит, вот это, допустим, звездочка. Звездочка. Это влияет на У. Это я думал, звездочка на, да, это я думал, что это есть просто звездочка на У. Звездочка на У. Да. Который является элементом векторного пространства. Я вот так понял. Вот так думал, да. Честно говоря. И вот здесь. Роикс это что? Роикс это есть отображение из А в эндоморфизм В. Значит, роикс это есть эндоморфизм. А так как это есть эндоморфизм, вот этот роикс У также есть элемент какой-то X или W. Лучше W писать. W из В. Потом в звездочке влияет на W, тоже как-то я думал, просто в звездочке в звездочке на W. То есть элемент из V. Обе части мы получаем элемент из V. Поэтому я думал, что из вот этих usual pair мы получаем элемент из векторного пространства V. А если так, ну здесь как-то не очень понятно, мы тогда получаем только элемент из G получаем тогда. А элемент из звездочки мы же не получаем тогда. Или вот X, B звездочка и A звездочка, B это может иметь место. Первый стоит X или втором месте стоит X, может иметь место? Есть разница или нет, не знаю. Ну, в общем, определяется вот это B дельта, а B, D. Если вот B, D, является коммутативным двухкациклом на алгебре G звездочка, тогда вот эта тройка G звездочка умножение и B дельта, а не то, что вот эта тройка, с G звездочка, ну вот это, наверное, обязательно, вот это называется стандарт Манин трипл для алгебры G. То есть, если вот мы определили сейчас с помощью 27 БД, если вот это БД удовлетворяет вот это условие, тогда мы дали вот здесь. Вот. Вот это условие, то она называется Манин трипл. Вот здесь. Понятно, да? То есть Манин трипл только для алгебры Ли определяется? Или... Да, для алгебры Ли сейчас определили.
Нет, а вообще я вот поняли, что матч от пар можно для любого многообразия алгебры определять. А Манин трипл можно для любого или только для алгебры Ли? Манин трипл для алгебры Ли. Ну, здесь да, а вообще? Ну, вообще не знаю. Вообще, да, наверное, можно как-то. Ну вот, на самом деле, я не уверен, по-моему, Манин трипл только для алгебры. Может. Ну, потому что, видишь, у тебя задействовано G со звездочкой. G со звездочкой, что, линейное отображение, да? Относительно коммутатора. Это алгебра Лейбниц, да? Ну, ладно, здесь тоже какие-то это связи, которые являются матч-пар и так далее. Ну, давайте переходим к этому. Алгебра. Биалгебра, да? Да. Ну, для этого нам надо, что такое коалгебра надо определить. Значит, что такое коалгебра? Ну, здесь вот дается антиприкоалгебра, наверное, вот для любого можно определить коалгебра, но только вот это равенство будет разный. Ну, ладно, давай сначала поймем, кто вообще видел понятие коалгебры в своей жизни. Так, кто не знает, что такое коалгебра? Из тех, кто здесь жив больше. Я не очень помню. Я не знаю. Я не использовала. Но видела когда-то или нет? Ну, мне кажется, видела в статьях раньше, но не использовала. Ну, да, видели раньше. Раньше видели, если помните. Мы коалгебру видели раньше. Нет, я тоже видел. Вот, попытаться понять коалгебру, но не пойму, не понял. Потому что вот обычная алгебра... Вот два элемента мы будем сопоставлять одно элемент, да? Вот коалгебра наоборот. Один элемент мы сопоставляем два элемента. Это именно это, да. Это коалгебра, и все. Это место непонятно. Как будем поставлять один элемент? Дельта. Это отображение, как ты сказал. Отображает А на А тензор А. Это есть коалгебра. Если вот эта коалгебра удовлетворяет вот эти условия, вот такие, тогда она называется антиприлик алгебра. Типа вот дадим определение алгебры, если алгебра удовлетворяет вот эти условия, тогда называем алгебра Лейбниц, Йорданов и так далее, да? Здесь то же самое, относительно дельта, вот условия. Вот раз, два, ну, понятно, здесь как-то громоздкий, да, для антиприли алгебра тоже вот тождество громоздкий, поэтому вот эти тождества тоже вот не так уж прости. А что такое вот для... флип-мап? Ой, я извиняюсь. Флип-мап – это просто вот, определение, которое вот определяет, отображение, которое определяется вот таким образом. И все. Но вот, допустим, что значит ID3? Ну, это понятно, наверное. Тождественное три раза. Три раза тождественное, да? Да, прямое произведение. То есть вот так, как x, y, z просто отображает на x, y, z. Угу. А tau и id – это что? X, y, z отображает на y, y, z. Угу. Потому что третье – это id, а первые два – это tau. Это, то есть, меняется x, y. Но id и дельта – это тоже понятно. Id и дельта уже
влияет на два элемента. На x, y влияет. Вот id delta. Вот. Давайте сначала, да, вот здесь что будем поставить? Здесь просто поставим какой-то элемент x. Вот дельта x, да, сначала? Да. Элемент из A. Да. Его выражение будет, значение будет элемент из AA. Да, например, x1, x2. Да, y, z, да, или x1, x2 получается. X1, x2 получается. Крючочек я не могу рисовать. Угу. О, x1, x2, да, короче? Угу. А потом ID что? ID на первый просто оставить на x1, оставляет на x1. Дельта x2. Это может t1, t2. А, понятно. Какой-то t1, t2. Потом вот, вот это двое я уже объяснил, что такое. Здесь выражение. И здесь то же самое. Вот поставим на x. То же самое, если раскроем, это будет какой-то два элемента из вот этого. Потом дельта на ID. Это второе оставляем, как есть. На первый влияем дельта. Потом та ID, ID куб. Мы уже поняли, что такое. Мы получаем равенство. Понятно, да? Да. А квадрат, как мы определяем эпсилон квадрат? Эпсилон квадрат два раза влияет. Два раза эпсилон, да? Просто эпсилон это вот это же. Да. Если эпсилон квадрат, что z, здесь? ZXY. Эпсилон квадрат это есть просто ZXY, да. Потому что X вот сюда, опять Y сюда, это просто эпсилон квадрат, это есть ZXY. То есть эпсилон это циклическая перестановка. Да, циклическая перестановка. Ну, все это есть антиприлику алгебра. Ну, то есть вот эти два тождества, 28 и 29, это тождества от антиприлии алгебры, записанные в обратном виде. Да. И так для любого вообще тождества можно вот обратный вид записать с помощью подобных штук. То есть для любого многообразия можно определить понятие коалгебра, да? Да, да, вот именно таким образом. Ну, например, для ассоциативных алгебр, как? А-а-а. Ты вот берешь вот это тождество ассоциативности А-а-а. И записываешь в обратном виде. Ну, попробуй, чтобы понять. Да, сейчас я не могу писать как-то этот, Мишка, трудновато. Кто у нас главный писатель? Ксения, наверное. Ну, у меня легкие проблемы сейчас с подключением USB. Да, не потянусь. Но в следующий раз я буду писать. У меня просто сейчас не подключен, сорян. Я могу мышкой тоже писать. Писатель у нас. У кого почерк красивый. Ну, вот Хусият, например. Хусият живая? Нет? Давай я открою это тогда. Так, сейчас, дайте мне минутку. Я дотянулась. Сейчас сделаю. Вот, X, Y. Сейчас, сек. Z равно... Ой, равно X, Y, Z, да? Да. Вот. Что значит писать на обратном виде? Ну, то есть у тебя вот x, y, z как действует? Сначала x на y умножается, а потом на z, да? Да. Ну, значит, вот как ты обратно пишешь? Обратно. Не понял, что это обратно. Что я имею в виду? Ну, возвратись к своему предыдущему. Я тут, я могу писать. К тождествам. Которые вот у тебя были от этих, от антиприлиалгебр.
Вот. Вот. Тут вот эта штука вся действует на элемент, да? Потом ты этот элемент расщепляешь, потом опять расщепляешь какие-то кусочки от этого расщепленного элемента. Вот, значит, для ассоциативности это как будет? Ты один элемент расщепляешь в два, да? Типа там в x1, x2. И потом какой-то из них еще далее расщепляешь. Типа там, ну, в этом случае у тебя x1 будет расщепляться. Так же? Сейчас, тогда дельта А. Да, слушай, дельта А это у тебя что будет? Один тензор на А2. Дельта А это просто у нас один на А2. А2, да? Ну. Только не плюс вот этот крестик. Оп. Вот, а теперь ты А1 должен расщепить. А1, да? Да. То есть у тебя дельта, тензор на А1, потом дельта. Дельта. Тензор на А1. Это есть один, а? Нет. Это, да? Нет, еще дельта есть. По скобкам. Почему? Да, дельта, тензор, один, скобка и дельта. Сейчас. Да. Скобка, потом дельта. Да. Вот здесь дельта, да? Да. Равно дельта, потом нет, почему дельта тогда? Так, сейчас. Потом ID дельта и дельта. ID тензор на дельта? Да. Вот так? Да. И, по-моему, так. Что, вот так, что ли? Это какая алгебра? Это для ассоциативника. Ассоциативника алгебра. Ассоциативника алгебра. Иван, что молчишь? Ну как? Что значит? Ты же спроси у людей, кто верит в это, кто нет, давай опрос проведем. Это верно или нет? Я не знаю. Это... Сейчас. Ну посмотри в Википедии, если сомневаешься. Ну, в общем, алгоритм не очень понятно, наверное. Или, Павлюджан, вам понятно, да, алгоритм? Вы посмотрели? В Вики что-нибудь есть? Я просто не могу посмотреть. Кто-нибудь посмотрел? Ну, да, я вроде похожу. Ну, там, да, в Википедии только дельта большая. Треугольник. Ну, вот давай, ладно, раз сколько зону понятно, давай к алгебру Лейбница изобрази. Алгебра Лейбница? Ну да.
Давай сначала пишем это, то же самое алгебра Лемца, да, правый, да, допустим. Да. X, Y, Z. Можете диктовать. X, Y, Z. Ну, правда, то же самое Лемца. Ну, вообще такое заявление можете диктовать, оно какое-то несолидное. То, что хорошо, хорошо. Надо знать. Сейчас. Я прям как чувствую, как ребята из Ташкента поражены, что тоже Спалевница не знает некоторые в Сербии там. Ну, бывает. И тоже же Йордана для, ну, то есть линеризированный вид, то есть Йорданови алгебры не можем писать сразу. Ну, я думаю, вообще трудно найти человека, который может написать. А, ну это вот как раз узбекская версия тоже с Валенеса. Потому что это неправильно вышло, Джабр тебе. Джабр как-то неправильно вышло тебе. Не пойдет, что ли, узбекская версия? Пойдет. Минусом не люблю. Просто вот с этим лучше было. Минусом, да? Ну, если минус на ту сторону перенести, то намного приятнее выглядит. Да, вот так лучше. Ну, болеть не так. Ну, да. Пойдет. Ну, то есть не такая уж и не неожиданность. Да. Ну ладно. Кто там? Как получаем этот алгебра для алгебра Лемца? Я что-то написал, но он не похож. Да. Айди, дельта, дельта, айди, каким образом, не очень понятно. Вот. Здесь, вот, смотрите, вот здесь Y и Z меняются местами, да? Когда вот Y и Z меняются местами, наверное, вот это тау есть же? Который меняет местами, должен работать. Филипман, да? Филипман. Да, вот это должен работать. Тау. Правильно, Кабаджан? Да, да. Тогда что у нас будет? Вот это есть. Как вы сказали, дельта ID ID потом дельта
Потом дельта. Дельта ID, потом скобка дельта, да? Добрый сам? Равно. Равно ID. Дельта. Потом опять после скобка дельта. Сейчас. Или здесь, не здесь же, там же меняется. Сейчас. Где-то. Там же меняется этот. Даже не просто тау будет. Это да. Уже будет этот. Другое отображение как-то. Да нет, первая часть это от ассоциативной алгебры все полностью одно и то же. Да, одно и то же. Вот филус, что будет филус? Так еще ассоциативную алгебру не написали. Ну, ассоциативную написали, просто дельта пиши, джобер. Охренеть, я маленькая, кинчи. Браво, ну это ман. Скобки мне. Бабита, сын, скобки, дурно? Я, теперь я говорю. Айди, блин, дельта, скобку, алгебра. Потом дельта. Здесь просто этот, не кружочек, просто обычный этот. Плюс. Как-то вот здесь непонятно. Здесь не просто тау, но, наверное, вот типа эпсилон должен работать что-то. Нет, ну, ты, короче, стартуешь с элемента, получаешь сначала его, как-то расщепляешь его, да? Получаешь его, образно говоря. Потом из одного элемента еще расщепляешь, получаешь два, да? А потом применяешь флип. Потом клипы ID, да. Вот. Значит, вот так. Потом меняешь ID и... Да, пиши ID. Джавер. А я клип пользу помню, деген? Сейчас. Ну, давайте вот здесь. Вот это пиши. Мама Таяна. Паста. То есть плюс. Вот это не надо пока. Дельта ID дельта. Я, балабар гиремат, балабар гиремат. Уче балабар. Просто мама дома на плюс паскал гирпан. Нема халыча. Бунге нема антаса калдышимс гирпан. Бу хазы мама на качып калады. Бізге мына қашқыш керек. Дет бұлай керекті алмаштырыш керек бұл. Я пілі жазма. Күнге алдыген мазы қойшымыз керек бұл. Алдыген мазы қойып, бұндан күнге өтшіміз керек, да? Да.
Ну, вот здесь, наверное, вместо дельта. Вместо дельта с экспертом. Ну, в общем, не очень понятно. Первому надо применить ID тензорный на tau. Ну, не получается же, если ID тензорный на tau. Ну, давай проверим. ID тензорный на tau. И вот первая штука дальше приписывает. Ну, вот там что, дельта тензор на ID, потом дельта. Скобочки закрылись, открылись. Ну, скобка... Закрыт. Закрыт, ну. Там опять открыт. Потом. Скобка имеет... Открыть дельта. Скобка тут имеет смысл или нет? Вот этот меня волнует. Как... Между ID и дельтой скобка закрылась. Здесь что ли? Между ID и дельта. Вместо центра умножения. Ага. Ну, что раз я вас поделил, что ага. Дельта ID и дельта азимка. Ну, вообще, ты что, какой пен дельта вообще, да? Это сколько лярин кем бы упал, да, вот сколько лярин. Вообще, ты смотри, сколько? Дельта уже дожарим, да? Да. Вот так, да? Тензорное умножение последнего двери. Вот здесь тензор вел, да? Джабл отди купить могу. Я не анакаля анакит макит колланши, да? Акцент ещё. А вот я мало отди, да, во акцент ещё не кидать, мне кидать полянше. Вот здесь тоже обычно. Вот здесь тоже обычно. Это супер базис это. То есть, короче, вот так, да, вот это равно вот это плюс. Плюс нижняя. Плюс нижняя. Ну, теперь проверяем, что так или не так. Ну, я тоже так думал. Просто вот, когда вот x, z, y или наоборот, если x, z, y, что будет? Ну, тогда у тебя начало уже другое будет. У тебя будет не дельта тензор на ID, а ID тензор на дельта. Ну ладно, разберемся как-то. Нет, ну что значит, если непонятно, то дальше будет еще хуже. Ну как-то понятно, да. Ну еще раз надо потом этот... Вот, хорошо, давай вот конкретно твой пример. X. Z, Y, вот что ты последнее написал. Как да. Это будет? Вот этого, да? Да. То есть ты сначала начинаешь с дельта, да? А-а-а. Следующее действие какое? Второй элемент расщепляется. Значит, это будет ID тензор на дельта. Значит, ID... ID на дельта, потом дельта. Да. На это мы ID и tau влияем, да? Да. Да, правильно. Вот, и теперь чем отличается левое от правого? Да, вот здесь. Дельта ID, здесь ID дельта, да.
Теперь понятно? Да, понятно. Ну, то есть теперь по-любому тождество можно построить, то тождество. Или нет? Можно, можно. Еще, ну там, кто у нас еще живой? Ты тоже, да? Так, вот Хасият поняла, как строить? Пытаюсь, конечно. Ну хорошо, какое твое любимое тождество? Рассказывай. Ну, тождество Лейбница. Нет, тождество Лейбница уже изучили, давай другое. Ну, Якоби. Якоби это то же самое. Еще как-то. Не сами, да. Ну, давайте Цимбель, давайте попробуем. Давай Цимбель, да, как-то делать. Вот, давай, хоть я расскажи Цимбель, как строить. Признаюсь, я не помню. Кто помнит то, что Зиндля, расскажите. Ну, напишите просто. А Хосеат расскажет, как художество строить. Да, ну, вот, Мама Нармина, сколько? Сейчас я напишу. А вы левый Цимбель, а правый Цимбель. Ага. Так, тут же можно просто буковки писать. Что вы, например, продаете? Или тогда вот правый час я отдельно буду писать. Еще отдельно, да. Ну, который мы уже этот уже обсудили это. А, Б, С, как писать, А, Б, С, как писать, и А, С, Б, как писать, уже мы обсудили уже. Если обсудили, значит, сейчас все быстро нам расскажут. Тут расскажет кто-нибудь? Ну, кто понял? Рассказывает, что забыл, что ли? Хорошо. Я не очень-то поняла. Давай, что непонятно? Конкретный вопрос. Что такое помножение? Понятно? Ну, она там, это что ли, кафедра, что ли, там? Да, я на кафедре просто. Ну, хорошо. Следующий раз это в более интимной обстановке сидеть, не на кафедре. Ладно, кто у нас? А, вот Фарух же хотел. Да, Фарух хотел же. Он же выбрал тоже с Дембеля. Рух пропал? Нет, он здесь. Так давай рассказывай, что слушаю-то. Как строить художество для Зиндаля? Ну, у него микрофона нету, что ли? Ну, он же говорит, по-моему. А? Нет, сейчас, по-моему, попытаться писать. Ну, вот у нас сейчас этот... Маджидхан хочет показать. Маджидхан, давай покажи, пиши. Можешь писать или нет? Да, я могу, если у меня разница есть. Пиши тогда.
Вообще-то я уже написал, можно ли дать демонстрацию с фотографией, можно показать. А, ты свою фотку хочешь поставить, да? Да, да, да. Ну, ладно. Остап. Сейчас я сфотографирую. Видно же, да? Только этот в книжном виде альбом не сделали как-то. Ладно. Трудно узнать, что там написано. Ладно, сейчас. Вот. Ну? Значит, x, y, z равно x, y, z плюс x, z, y. У нас получается дельта плюс id, потом дельта. Да, дельта. И вот первый дельта. Правильно. Здесь дельта. Потом второй, да? ID дельта, да, правильно. А здесь что? Сначала дельта. Потом... Флип надо использовать. Вот это не очень понятно. ID tau, потом опять дельта, что ли? Tau композиция дельта. Там x не изменяется, и потом надо изменить место y и z. Поэтому я использую tau, чтобы изменить место z и y. Дельта. Нет, не очень понятно. Сейчас. Может, дельта и потом тау. Да. Дельта и потом тау, по-моему. Или... Да, просто написал ID на тау, а потом ID на дельта. Он записал вместе. Да, вместе, да? Да. Более компактно, приятнее даже. Да, тоже можно, да. Для меня... Молодец. Хоп, я читаю, только вот читал это алгебра Хопфа, там тоже есть коалгебра, и потом как я сделал аналог с этим. Да, это одно и то же. Алгебра Хопфа очень связано. Ну все, ладно, всем понятно? Ладно, все, да. Ну, уже этот, давай, что такое биалгебра определим, на этом все, наверное, уже. Ну, хотя бы, да, узнать, что как-то, такое биалгебра, давай. Что ли, да, что такое биалгебра узнаем. Только калгебра мы уже знали. Да, ну, здесь некоторые предложения. Так, вот биалгебра, да? Что такое биалгебра? Значит, биалгебра есть структура и алгебра, и коалгебра. То есть алгебра относительно вот кружочек и коалгебра относительно дельта. А что такое антиприлибе алгебра? Значит, это есть антиприли алгебра относительно кружочек, антиприли коалгебра относительно дельта, и плюс вот это кружочек и дельта связано с этим, с этими равенствами.
Вот это есть антиприлипи алгебра. Так, ну давай поймем, почему именно такие тожества 33 и 34. Они как-то связаны с исходными тожествами антиприли алгебр. Так. Ну вот первое, наверное, похоже на антиассоциаторы. Да? Так, вот это, да? Типа вот это равно этому, да, типа? Вот, не очень. Ну, давай поймем. Сейчас. Вообще, вот слева у нас это что? Элемент, отображение, или что? Тензорный квадрат, куб. Что это такое стоит? Что за объект? Ну, это вот элемент из алгебры, да? Так, вот этот кружочек Y, это элемент алгебры. Это элемент из А. Вот здесь уже будет... Здесь это где-то уже тензорный квадрат. Сейчас. Да. Извиняюсь. О, где остановились? Вот здесь, да? Ну да, в самом начале. Но это есть элемент из А, да? Это X кружочек Y. X кружочек Y элемент из А, да. А дельта влияет, уже будет А тензор А, да? Элемент из тензора А, А тензор А. Да. Вот этот тау просто меняет местами, а ID просто оставляет. Да. То есть вот здесь получается как-то какой-то Т1, Т2 минус какой-то Т2, Т1, да, типа? Типа да. Т1 это из, получается из умножения XY. Т1, Т2 получается элемент умножения XY. То есть вот это есть элемент из А квадрат все равно. И дальше то же самое идет. Вот дельта Y элемент из А квадрат. А потом ID просто второе оставляет на место. А первый на первый влияет отображение N0X. То есть первый умножается слева на x. Первый элемент умножается слева на x. Ну вот это дельта y, дельта xy. Как-то трудно представить, на чему равно. Поэтому не очень понятно. Так. Где лежит, можно понять. А какой элемент, как-то понять трудновато. Алло, всем слышно? Да. Да, слышно. Ну, в общем, какое-то представление насчет К-алгебра и Б-алгебра мы получили. Надо как-то, можно смотреть, объяснить. Для алгебры ли, К-алгебра, Б-алгебра, для ассоциативных, как определили. Вот это место, вот это тоже свое. Как и тоже получились. Можно как-то попроще. Основная проблема сейчас следующая. Почему именно такие тожества 33 и 34 вот для этих? Да. Да. И как будем решать эту проблему? В следующий понедельник ты расскажешь, что такое биалгебра Ли,
и какие-нибудь биалгебры простые, типа там Зимбеля, Лебница, да? И потом, пользуясь, так сказать, этой аналогией, объяснишь, почему 33 и 34, они именно такого вида. Ну, хорошо. Ну, и тогда можно продолжать уже пытаться понять эту статью. Там осталось уже немного, да? Да. То есть, за сегодня, вот подведи итог, что каждый человек должен запомнить и понять. Ну, кто будет итог подводить? Построить к алгебре, соответствующую алгебру. Нет, ну сначала с чего началось? С матчей пар. Да, что такое матч пар, надо понять для произвольных многообразий, как определяется матч пар. И потом мини-трептен. Да, мини-трипл. Потом К-алгебра, как определяется для произвольных многообразий. И потом Б-алгебра, как определяется. Ну, прекрасно. В общем, да, понятно, на чем дальше работать и что делать. А на следующий понедельник у нас все понятно, да? Аброр. Да, все. Так, ждем статью для ФСЕ.